Всем здрасте, друзья! Мы вновь транслируем репортаж из деревни. Значит, мы намеренно начали свой видеообзор с облета квадрокоптера, чтобы было представление о объекте, который хотим показать. Земельный участок расположен в деревне Мадявино. Описание тоже вы видели на видео с квадрокоптера, мы характеристики тоже туда включили, для того, чтобы было понятно, о чем идет речь. Вот там деревня Мадявино, мы сейчас пройдем по дороге, по которой пришли, и потом проедем по деревне. Речь у нас идет сегодня о земельном участке, который расположен вот примерно в условных границах вот здесь, вот где-то вот в этих границах. Здесь вот такой вот лесок, туда пройти довольно непросто, так как он зарос тут, ну, можно сказать, лес здесь. Чтобы проводить какие-то земельные строительные работы, то, конечно, здесь надо это все дело благоустраивать, что-то выпиливать, что-то оставлять. Но место на самом деле очень красивое, редкое сочетание реки и леса. Волгу тоже было видно с дрона. Еще раз, вот там, друзья, деревня Мадявино. Где-то метров, ну да, 50, наверное, от деревни. Не проехать от деревни до земельного участка по одной простой причине, так как там перекопано, ну, то ли ров, то ли какая-то канава. Скорее всего, это какой-то ручей. Ну, ручей, я думаю, какой-то ручей, скорее всего. И он затрудняет подъезд именно вот с деревни на данный земельный участок. Значит, мы проехали в объезд. Там есть объездная дорога. Вот сейчас мы на нее будем выходить. Это вот грунтовая дорога. Она идет туда дальше, в Сосновый Бор. Прекрасные, шикарные места. Ну, с дрона тоже, надеюсь, было видно обилие, богатое обилие лесов. То есть здесь вот и сосновые боры, и красивые березовые рощи. Вот где-то вот Александр там даже собирает.
мухоморы. Мухоморы. Вот, ну, стоит прекрасная погода, золотая осень. И на самом деле мы оставили машину там тоже перед таким небольшим овражком. Ну, там можно проехать, на внедорожнике никаких проблем. Ну, просто захотели прогуляться, именно вот посмотреть местность, насладиться, скажем так, вот лесными запахами, последними деньками. Я думаю, что вот уже в этом году теплыми. Впереди осень. Ну, этим все сказано. Да, вот видно, что какие здесь пейзажи, красивые места. Я просто на самом деле был удивлен, когда мы приехали в Мадявино. Вроде бы много мест изъездили, но здесь мы, ну, не сказать, что впервые, но после очень длительного перерыва. Потому что здесь я не был, наверное, ну, больше 10 лет, я думаю, что в деревне Мадявино. Ну, придет осень, за ней, конечно же, следом придут дожди, осадки, и дорога, возможно, вот эта дорога будет, ну, уже не такая проездная, как вот сейчас в теплое, сухое время года. Вот, то есть это тоже нужно учитывать. Вот, ну, в принципе, дорога неплохая, дорога, как бы, она есть на полноприводном внедорожнике или хотя бы на каком-то там, ну, чуть повыше паркетника автомобиля. Я думаю, что можно будет проехать в любое время года. А так, в принципе, вот такая вот грунтовая дорога до земельного участка. Это вот, напомню, друзья, объездная дорога, не основная, по которой лежит через деревню, а как бы немножко в объезд и туда, к Волге. Там дальше идут, как я уже говорил, красивые, хорошие леса. Ну и просто прекрасные места для отдыха. Подходим мы к этому месту, о котором было выше упомянуто. Этот вот овраг, ручей, который там не позволил подъехать к земельному участку через деревню. Пришлось ехать в объезд. Здесь, конечно, проехать можно, но тоже вот такая вот разбитая, разрушенная труба лежит, которую, скорее всего, нужно менять. Ну и такая вот низинка здесь, вот грязно, конечно, на машине с низкой посадкой, конечно, проехать будет непросто. Вот, то есть есть. Так это и как бы обращаю внимание, что сейчас у нас все-таки пусть осень, но еще ранняя осень, сухая, как бы дождей особо не было. Вот, но тем не менее. Ну что, проедем через деревню. Въезжаем вот мы в деревню с объездной дороги, которая за деревней. Ну вот сейчас вот проедем по деревне. Ну то есть просто мельком покажем, о чем идет речь. Что из себя представляет деревня Мадявино. Ну и в принципе вот уже первые жители. Друзья, вот туда пошла дорога, откуда мы приехали, к Волге. Но повторюсь, что там овраг, который не дает подъезда к нашим участкам, которые мы показывали. То есть, а мы едем дальше. Ну, чуть-чуть давай назад сдадим, посмотрим здесь. Вот, вот внизу туда Волга вот пошла, пароход к Волге. Ага. Красивые места, конечно. Ну, деревня очень удачно расположена. Напомню, что в 15 километрах от города Углич, там плюс-минус, в принципе, по-прежнему, да, это все находится в Ярославской области. Вот. И, ну, небольшая деревня, я не знаю, там домов, наверное, 20, по 10-12 домов с каждой стороны, по каждому посаду. Ну вот такой вот, друзья, небольшой вот промежуток дороги мы показали. В принципе, она сейчас вот такая вся и пойдет до асфальта где-то километра, наверное, 3, там может быть плюс-минус. Вот, и в принципе дальше дорога идет на Углич, порядка 15 километров.
и на Рыбинск, порядка 50-60, там, где-то вот там. Мы по-прежнему рады, что вы с нами. Всем добра. До новых встреч.